Там очень глубокая яма. Как тащится Захар? Захар вообще обычно везет, сколько хлама вытаскивает. Ну давай теперь Матвею. Покажи, вытащил, кроме ветки этой что-нибудь. А? Матвею дай. Отходи, давай, Матвей. Захар, отходи, давай. О, этот получше. Эй, парень! Да вон, блин, сколько железа нацеплялось. Это металл. Значит, там что-то ржавое лежит. О. Дай я закину. Дай я, можно? Ну, давай. Мам, можно я сразу? Там видел, как я? Молодец. Тащи. Даже лучше. Стоп, что-то сильно тянется. Там яма уже просто. И в этой яме может столько хлама быть. Помимо металла всяких и веток. Может запутаться потом. Ну давай, тащи, тащи. Там же что-то, видишь, буруны, они вымывают центр речки. И тут яма получается. Покажешь. Ладно, ты кидай. Видишь, сколько вот железа? Вот это все железо магнитится. Вот. Да. Видишь? Покажи, покажи. Вот. Можно после руки? Значит, там что-то железного полно всего лежит. Сейчас поймаешь. Мама, сейчас поймаешь новый телефон. Сейчас надо ждать, когда он упадет на дно. Он еще падает, кстати. Там яма глубокая. Но тянется легко. Видели? Вот ты же снял. Опача, гляньте, первый улов. 50 копеек. Можно я тебе? Ты запечатлил? Да, 50 копеек, круто. Дядя Леня там металлоискателем пол пляжа перерыл, чтобы 50 копеек найти. А мы, видишь, за 5 секунд. Да отлично, отлично. Пусть падает прямо на дно. Ты почувствуешь, да. Там яма конкретно. Все, давай, тащи. Да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Но вот все равно, да, цепляется, вот много металла, видишь, вот цепляется. Значит, там что-то лежит. На. Давай кидаем, Матвей. Нет, папа, это там что-то железное конкретное лежит, потому что столько металла цепляется. Такого гнилого. Ну-ка, ну-ка. О. Опача. Еще один улов, Матвею тоже повезло. Гвоздь. А если бы он кому-то в ногу втыкнулся? Был бы каюк. И острый такой, слышишь, свеженький. Не, он недавно там валялся. Следующий. Новый рыбак у нас появился. Лен, гляди, я занят. Прям по центру. Оператора не забей. Мама дай что-то. Молодец. Разветоваться, научись. Ну, вот ну давай, что-нибудь там вытащи. Ну, сел он? Да, думаю, да, уже на дно опустился. Захарушка, копайте вместе, берег большой. Да, легко. Не, ну если 50 копеек, то он тоже будет легко идти. Не стой! Ну, всякие вот, видишь, вот все равно железо вот все при. Да, металла много там, от какого-то ржавого все-таки. Угу. Может какие-то лодки, может ржавые лежат на дно. Они сыпятся там. Вот это! Находка! Давайте! Ой, давайте покушаем! Я же говорю, Захару фартит постоянно. Дайте что-нибудь уже. Съедобное вытащим тогда. Внутри ничего не было, клада там какой. Да, 50. А Матвей еще крючок нашел. Давай, кидай. Вообще рыбное место. Отлично.
Сегодняшний улов. Там какие-то крючки поломанные, шарик, 50 копеек и гвоздь. Ну и консервную банку, которую мы выкинули в кусты. Почистили берег. Приехали, думали, Ставрополь. Решили, вот там озера. Take a life.